28 грудня минулого року Верховною Радою України було прийнято закон про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів щодо податкової реформи. Ним, зокрема, передбачено обов'язкове використання реєстраторів розрахункових операцій, тобто касових апаратів, платниками єдиного податку другої та третьої груп, крім платників, які здійснюють продаж товарів на ринках і через засоби пересувної мережі. Ці норми набирають чинності з 1 липня поточного року для платників третьої групи та з 1 січня 2016 року для другої групи. У підприємців і до процедури підготовки та прийняття закону, і до його змісту є ціла низка зауважень. 28 декабря з голосу приймалися ті всі основні, як ми кажемо, доленосні закони. Принимая, когда депутаты голосовали, принимая информацию с голоса, естественно, они не имели возможность познакомиться с всеми нюансами, которые были выписаны в законодательных нормах. Кроме того, самое для нас такое было тяжелое, то, что мы никто не видели, ни депутаты, ни мы общественность, ни субъекты хозяйства, мы не видели прописанных норм, естественно, не могли вычитать, не могли дать свои предложения или дать свои возражения, с чем мы не согласны. У нас нет на сегодняшний день доверия бизнеса, доверия предпринимателей к государству. Поэтому любые действия, там, направленные на изменение законодательства, они почему-то изначально воспринимаются негативно. Но если там в них подробнее вникнуть, проанализировать, то там, поверьте, позитивные изменения также есть. Поэтому нам надо в этом направлении работать, чтобы у нас вот этот был конструктивный подход, да, партнерские отношения, про которые говорится много, между государством и бизнесом. Да, государство должно прислушиваться, есть, определенно есть, я же тоже как бы это анализирую, смотрю, там какие-то небольшие, скажем так, технические, там может быть, неточности, что касается там рынки, не рынки, но это все... Надо дорабатывать, вносить какие-то изменения и конструктивно общаться, а не изначально негативно подходить к этому вопросу. Вот. Ну, как бы сложности на самом деле никакой нет. Да? То есть есть в обществе определенный негатив, да, он существует, к сожалению, подогревается там определенными людьми, которые там обещали отмену и так далее, и подождите, не покупайте, там их отменят. То есть изначально была позиция правительства, что с 1 июля оно все заработает, да, и достаточный был срок отведен для этого, полгода, для того, чтобы люди определились, там приобрели аппараты и зарегистрировали, и начали их использовать. Крім того, державою був передбачений певний бонус для сумлінних виконавців нового закону. Був зроблений такий шаг навстречу підприємцям, що якщо б вони з 1 января по 1 июля приобрели апарати, зареєстрували і почали їх використовувати, то на 2 роки вони б отримали право, тобто мораторій на перевірки. 2 роки налогова інспекція не мала б права приходити їх і перевіряти. Заявлена мета впровадження контрольно-касових апаратів – ліквідація тіньових схем в економіці країни та облік обороту готівкових коштів. Завжди будь-які зміни, да, в законодавстві, вони для бізнесу, для підприємця некомфортні. Це завжди. Да? Ну, поскольку все одно ми рано чи пізно до цього прийдемо. Да? Тобто, це європейська практика, це практика там, любого нормального государства, що учет наличных денег, оборота наличных денег в стране, он должен быть обязательно. И как бы, ну, негатив, который в обществе есть к этому поводу, да, там в предпринимательской среде, он мне понятен как бывшему предпринимателю с 20-летним стажем, то есть я это прекрасно понимаю. Ще одним аргументом на користь нововведення є захист прав споживачів, які повинні отримувати товарно-касовий чек на будь-яку покупку. Підприємці вважають, що це питання вже давно врегульовано і без нового закону. По защите закону о защите прав потребителей сегодня никто не мешает покупателю, который приобретает товар в магазине, на приобретенный товар попросить товарный чек. Даже без наличия контрольно-кассового аппарата. Было бы только желание у покупателя. Насколько я знаю, мы вращаемся с предпринимателями, на семинарах общаемся каждый день, мы работаем с проблемами предпринимателей, мы работаем с управлением по защите прав потребителей. Таких проблем особых и нет. Щодо дієвості цього закону у легалізації економічних процесів також є серйозні сумніви.
Для того, чтобы побороться с теневыми оборотами, с контрабандой, надо менять налоговый кодекс. У нас налоговый кодекс еще в 2010 году, почему поднимался бизнес, и мы тогда говорили. Тот налоговый кодекс, который применялся, это кодекс, который фактически стимулирует теневые потоки экономики. Общая система налогообложения, налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, он так выписан, что крупные компании имеют возможность отмывания денег в офшорные зоны. То есть они работают, но тем не менее все потоки выводят в офшоры и там не облагают их налогами. Сегодня кассовый аппарат – это не выход из положения для того, чтобы наладить отчетность или же контролировать частных предпринимателей, мелких предпринимателей в сфере налогообложения. Мало того, сегодня кассовый аппарат снивелирует ту модель упрощенной налоговой системы, которая сегодня есть. На плечах предпринимателя невозможно удержать ту колоссальную расходную часть, которая сегодня есть на те расходы, которые сьогодні є у государства. Суттєвою вадою цього законодавчого акту називають нерівні умови для суб'єктів господарювання, які працюють в одній сфері. Зокрема, підприємці, які здійснюють продаж товарів на ринках, звільнені від необхідності придбання контрольно-касових апаратів незалежно від обігу готівки. У нас есть рынок 7 километр, есть рынок Бармашова, есть хмельницкие рынки, черниговские рынки. Это огромные оптовые рынки. Естественно, что продажа товаров на этих рынках не регламентирована с применением контрольно-кассовых аппаратов. Это рынки, на которых объем продаж, все об этом знают, в день превышает годовой оборот. То этой категории предпринимателей не надо применять контрольно-кассовый аппарат, потому что они торгуют даже не со стационарных объектов, то есть не с магазинов, а у них в основном контейнера. И эта категория предпринимателей освобождена. Естественно, об этом мы прекрасно все знаем, что очень хорошо осведомлены и органы контроля, и государственная налоговая служба о том, что там идут большие объемы, но предприниматели там работают на второй группе. Это нонсенс. Але найбільшою проблемою підприємці вважають вартість реєстраторів розрахункових операцій. Учитывая, что только три серьезных производителя, которые у нас такие объемные, большие, с большими объемами, это Unisystem, Dactex и X-Market. Три только. И они сегодня, учитывая свое монопольное положение, они выпустили контрольно-кассовые аппараты, которые это фактически маленькие калькуляторы, но стоимость их в пределах 6-7 тысяч гривен. Основная проблема для многих людей – это отсутствие у них денег на приобретение кассового аппарата. То есть они не против его установить, они не против его использовать, они понимают, многие, да, что это надо. И по большому счету это ж никак там не влияет на их налогообложение, они не станут от этого там больше платить или меньше платить. То есть это, если человек ведет свою деятельность законно, честно, то кассовый аппарат на это никак не повлияет, да, на его там деятельность. Вот. Поэтому многие называли проблему, что у них просто банально нет денег, чтобы приобрести там кассовый аппарат за там 5, 6, 7 тысяч. Розділились думки підприємців та податківців щодо витрат на обслуговування контрольно-касових апаратів. Это где-то до 180 гривен стоимость сервисных центров. А в стоимость 180-160 гривен, ну до 200 гривен за сервисный центр сказали, что поднимут обслуживание. Там входит еще до 60 гривен, это стоимость оплаты эквайеров. И за каждый контрольно-кассовый аппарат, сейчас новая модель, он имеет интернет-связь. И за интернет-связь заводу-производителю нужно также заплатить. То есть это в районе 60 гривен. А вторая стоимость, нужно взять в аренду модем. 200 гривен в банка стоит модем. Модем ты купить не можешь. Банки здесь свою монополию проявили. Сказали, сегодня модем можно купить за 260 гривен вместе с контрольно-кассовым аппаратом. А банки говорят, нет, модем, который вы купите, мы его не примем, потому что наша система не налажена на тот модем, мы не хотим, вы приобретаете у нас его в аренду. 200 гривен стоит аренда. У нас был семинар, и были представители этих предприятий, которые обслуживают. Они отвечали на вопросы предпринимателей, которые задавали вопрос, сколько же будет стоить обслуживание кассового аппарата. Вот 145 гривен там, или 175, ну что-то до 200 это точно. У найбільш важких умовах опинились дрібні суб'єкти господарювання.
Приобрести контрольно-кассовый аппарат субъекту хозяйственника, который в день делает 1 000 000 оборот, и субъекту хозяйственника, который в день делает максимум 1000 гривен оборот и имеет заработок, пусть 100-150 гривен. Неравные условия абсолютно для предпринимателей. Малому бизнесу будет очень сложно в плане того, что чем меньше бизнес, тем у него, соответственно, больше затраты. То есть если при оборотах 1,5-2 миллиона, то есть мы считали, что это где-то порядка от 3-5% от общей суммы, это расходы на кассовый аппарат, то у предпринимателя, у которого 100-200-300 тысяч гривен, то есть можно только себе представить, то есть это порядка половины его дохода. Предприниматели, которые будут не готовы купить, а таких мы знаем сегодня очень много, которые нету финансов для того, чтобы купить. То есть частный предприниматель, который занимается каким-то мелким розничным бизнесом, у которого в товаре крутится порядка 10 тысяч гривен. Как он может вытащить из этих 10 тысяч гривен 7,5 на покупку кассового аппарата, на покупку компьютера, на подключение к интернету? То есть те затраты, о которых мы говорили. Непосильним фінансовим навантаженням для малого підприємництва може стати і належне ведення звітності з роботи реєстратора розрахункових операцій. Для мелких предпринимателей внедрение кассового аппарата – это сегодня будет большая экономическая нагрузка, потому что сами предприниматели не смогут обслуживать кассовый аппарат так, как это требует законодательство. Сдавать своевременно отчетность, как в электронном виде, так и все-таки придется посещать налоговую инспекцию. Для этого им придется брать на работу бухгалтера. А это ложится на их плечи, дополнительные затраты. Причем платить зарплату плюс налоги на зарплату. В цій ситуації значна кількість представників малого бізнесу змушені будуть припинити легальну підприємницьку діяльність. Мы с губернатором на эту тему разговаривали, говорил: Вадим Иванович, этого нельзя допускать, потому что завтра предприниматель закроется, но он закроет только легально работать, он будет работать нелегально. Вы потеряете единственного субъекта хозяйственника, который работает, но поступление налогов, пусть даже маленьких, но он же платит, единый налог платит, налоги на заработную плату он платит, налог на недвижимость он платит, акциз же он платит, но в этом маленьком селе. А если таких 2-3 магазинчика, естественно, каких-то несколько тысяч в месяц вступает в местный бюджет, и вы сегодня хотите от них отказаться, и в это время вы хотите пропустить нелегальную торговлю, которая будет там существовать, а при этом, когда нелегальная торговля, контроля нет никакого, ни за качеством, ни за количеством, ни за чем, но там же опять же появляется коррупционная составляющая, потому что представитель органа внутренних дел, он знает о том, что ведется торговля, мы же знаем, это же масса идет, там идет дальше крышевание. То есть одним росчерком пера сегодня легальную торговлю загоняет в тень. А что будете делать с теми, кто закроет бизнес? Рабочие места где? Чем люди должны питаться? Чем они должны сегодня покрывать свои расходы, учитывая стоимость электроэнергии, отопления и так дальше? Можете себе представить, какая сегодня ситуация сложилась у нас в Украине? Лідери громадських організацій підприємців впевнені, що справжня мета нового закону – ліквідація в Україні малого бізнесу. У нас в Верховном Совете представлены депутаты, депутаты представляют крупный бизнес. И проблемы малого бизнеса абсолютно их не волнуют. Они не живут нашими проблемами. То есть категория людей в Украине, которые сами себе зарабатывают, никогда ничего себе не просят. Была упрощенная система налогообложения, возмущений никаких не было, и все стороны устраивали. То есть крупный бизнес сам по себе, малый бизнес сам по себе. Но когда у нас активно началось падение экономики Украины, когда мы начали падать в экономический кризис, вот здесь уже интересы перехлестнулись, потому что крупный бизнес стал не добирать много денег, оборотов. Деньги же распорошились, покупательская способность населения упала, и естественно, что и у малого бизнеса объемы резко сократились, но и в крупного бизнеса объемы резко сократились. И поэтому было, скорее всего, на верхах принято решение, как можно больше малого бизнеса убрать с рынка, для того, чтобы увеличить продажи в торговых комплексах, супермаркетах. В работе где-то до 3 миллионов в малом бизнесе, плюс рабочие места, это 7-10 миллионов граждан Украины задействовано в малом бизнесе, и судьба этих сегодня людей никого не волнует.
Втім, миколаївські підприємці не втрачають надії знайти порозуміння із законодавцями. Вони ініціювали зустріч з народними депутатами від нашої області. Щоправда, з усіх народних обранців Миколаївщини знайшли можливість поспілкуватись з представниками бізнесу лише Артем Ільюк та Андрій Ведатурський. Олена Герасимчук поділилась з ними нагальними проблемами підприємців. У відповідь Андрій Ведатурський нагадав, що подібна зустріч вже відбулась півроку тому, але її результатів він поки що не бачив. Полгода назад я был у вас на встрече. До чего мы договорились? Что продвинулось? Что-то изменилось? Да, но президент плохой, премьер-министр плохой, депутаты плохие. Вот нам нужно измениться самим в первую очередь. Я просил, напишите на бумаге, есть проблема, опишите ее. Если вы видите решение, напишите. Это просто ускорит этот процесс. Кто неравнодушен, у кого есть какие-то предложения, приходите, пишите. Но вы приходите с бумагой, регистрируйте, пусть вам секретарь напишет, входящий. У вас будет контроль, вы обратились. Вы потом скажете, вот блок Петра Порошенко не отреагировал или отреагировал, дайте оценку. Это ваши инструменты. У свою чергу Артем Ільюк запропонував обрати одного депутата з міжфракційного парламентського об'єднання «Миколаївщина» для зв'язку з підприємцями та вирішення проблем малого бізнесу. Ви виберете одного чоловіка, який буде працювати непосередньо самі по конкретним питанням, хто більше розбирається в цій темі, тому що депутат не може бути спеціалістом во всьому. Головні спеціалісти – це ви. І орієнтуватися ми будемо на вас. Закрепляйте человека, который постоянно с вами на связи, постоянно работает. Мы мобилизуемся в Раде очень быстро. Мы все время находимся там. И будем поддерживать вас. Взагалі представники малого та середнього бізнесу переконані, що прийняття подібних змін до законодавства у тій економічній ситуації, в якій опинилась Україна, не своєчасне та недоцільне. Не время применять контрольную кассу, надо сегодня помочь экономике развиваться. А в это время надо нам поменять систему налогообложения. Нас очень удивляет то, что госпожа Яреська заявила о том, что Министерство финансов работает вместе с ДФС над изменением налогового кодекса глобальным. Но мы не видели этих документов, почему эти изменения держатся за семью замками. Почему они сегодня не общественности не даются на обсуждение. Коли наша програма готувалась до ефіру, стало відомо, що Верховна Рада України 1 липня прийняла в цілому законопроєкт, який регулює використання касових апаратів. Згідно з цим документом, підприємці з річним прибутком менше 1 мільйона гривень не зобов'язані використовувати у своїй роботі реєстратори розрахункових операцій, незалежно від роду діяльності.